действовать. Тебе надо будет окончательный темп. Не быстрее. И никто никаких эмоций не допускает на ускорение. Кудрина репетирует с биг-бендом в Сочи. Такой музыкальный союз построен на большой взаимной любви. Мы оркестром аккомпанируем всего 3 номера. Один будет вот национальный, молдавский, цыганский. Второй номер будет вот советская песня «Тополя». И третий номер будет джазовый «At Last», который исполнит участница проекта «Голос. Дети» Снежана Ширяева. Большую сцену ансамблю и оркестру предоставляют не случайно. Концерт прошлого года, который был приурочен к 25-летию ансамбля «Кудрина», так впечатлил сочинцев, что было решено ежегодно отмечать день рождения в большом кругу друзей с песнями и танцами. Это и песни ансамбля «Кудрина». Это коллектив, который приезжает к нам с Екатеринбурга. Замечательный фольк-театр «Солнце ворот». Это и наши дети, которые занимаются в музыкальной школе и в музыкальной школе города Сочи. Они принимают участие тоже в нашем концерте. Это замечательный биг-бенд под руководством Сергея Кокорина. Вот, то есть программа такая, как бы, как радуга, такая интересная, многоплановая. Но основное – это народная песня. Народная песня в разных интерпретациях. Будет представлен большой спектр национальных культур. Новинкой этого концерта станет цыганская песня с молдавским напевом. «Кудрина» считается молодежным коллективом. Поют в том числе и студенты Сочинского училища искусств. Владислав Батурин – первокурсник, но выступает с коллективом уже 10 лет. Народный блок начинается с частушек. Как бы вот у нас солистка будет петь частушки. Потом идет казачий романс «Люба мне, когда Дон разливается». Вот, кстати, я там солирую эту песню. Вот. Дальше идет «Россия» песня. Именно вот такая тоже казачья песня. Боевая. Праздничный концерт ко дню рождения песенно-инструментального ансамбля «Кудрина» состоится уже в воскресенье в Зимнем театре. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.